Каковы особенности выбора мебели на ближайшие годы? Какая цветовая гамма будет определяющей? Когда возникают новые тренды и зачем необходимо о них знать? Студия V-Studio организовала мастер-класс о современных тенденциях дизайна интерьеров для начинающих. Все подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Как создать в квартире скандинавский минимализм или привить испанский дизайн дагестанской действительности? Об этом, а также о многих увлекательных нюансах интерьера дома рассказывают эксперты из Москвы. Организовал мастер-класс дизайн-бюро V-Studio, за чьей спиной десятки реализованных проектов, среди которых частные апартаменты, офисы, салоны красоты и даже архитектурно-ландшафтные объекты. Наша школа именно занимается обучением в сфере дизайна. У нас есть курс по дизайну интерьера, кроме того, есть курс по ландшафтному дизайну, курсы по графическим программам для дизайнеров, это 3D Max, Archicad, и также у нас есть курс рисунок живопись и английский для детей и для взрослых. Пожалуйста, все приходите, у нас замечательные преподаватели, очень уютная обстановка домашняя, будем всех рады видеть. Ольга Косарева – дизайн-критик. Ее лекции хорошо известны в профессиональном кругу не только в России, но и за ее пределами. Анализирует последние тренды в интерьере, ориентирует слушателей в мире оттенков, цветов и фактуры предметов. Говорит, главное – идти в ногу со временем. У меня были случаи, когда я открывала просто совершенно левую руку, какой-нибудь S7, там, авиакомпании или что-то. Я говорила, вау, какие они крутые. Они просто вообще в ногу со временем и даже опережая время. То есть они прямо задают своей цветовой гаммой, вот той картинкой, которую показывают, задают тренд. То же самое происходит, конечно же, с витринами, магазинов, с модой как таковой, в широком смысле слова. Посетить мастер-класс мог любой желающий, от новичков до опытных профессионалов. Но главные зрители сегодня – это ученицы школы. О трендах ближайших лет теперь они знают все, от сочетания оттенков до элементов декора. Я когда выезжаю за пределы республики, я как бы этот, всегда сравниваю стили дизайнов. Мне как-то было интересно, и, естественно, свою квартиру мне бы хотелось обставить по своему вкусу. И мне это всегда было как бы, для своей квартиры скандинавский минимализм и как-то частично арт-деко. Вот я прошла школу V-School. Вот. Школа очень интересная, дала мне много очень всего, как говорится, да, знаний, насыщенные, не да. Просто там до самого «я». Поэтому раскрыла все, что, да, все, что нужно Кирилла. Знать для дизайнера. Да, не просто там, да, какие-то мелочи, да, а все полное. Да, что я могу спокойно, я могу выйти со школы и уже начать работать. И не бояться этого. Дизайн-бюро V-Studio соединяет в себе группу творческих людей. За стильными и удобными планировками стоит целая команда профессионалов. Это проектировщики, декораторы, визуализаторы и даже производители мебели. Цель дизайн-проекта – это чтобы было уютно в жилище, да, чтобы было уютно, красиво, эстетично и практично, да, вот. Но чтобы это осуществить, нужен тандем грамотных специалистов. Вот мы в тандеме работаем с дизайнерами, то есть в данном случае с V-Studio, вот, и осуществляем дизайн-проекты под ключ. У нас группа компаний объединилась в одну общую, одну большую компанию, и мы собираемся давать клиентам общий продукт. Грубо говоря, наша цель в том, чтобы клиент, если к нам пришел, мог получить все услуги необходимые, начиная от дизайна, заканчивая консалтинговыми услугами, и климат и все прочее. Организаторы отмечают, что это всего лишь начало. В будущем такие мастер-классы будут проводиться чаще. Кроме того, для более углубленных знаний школа V-Studio предлагает многоступенчатые курсы. А такие семинары будут для их учеников приятным бонусом к приобретенным навыкам. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, новости 24.